Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Так, 345 левел, поехали, поиграем. Попробуем пройти его. Блин, если бы не вот тот факир, все бы было бы вообще четко, но там есть факир. Тут надо пробовать как-то вот так. Ой-ё, башня. Я не заметил, я думал, тут сплошная планка идет, а здесь она вот в середине соединенная. Блин, и что делать? Как быть? Ну, в принципе, получилось. Так. Ну, с одной птички я там особо не вижу возможности страйка в том уровне. Вот серьезно, особо я их не вижу. Слушайте, хочется этот самый, хочется запустить. Блин, единственное. Да, вот чтоб она в этот. И на. Блин, мелкосвин выжил. Да ладно, вообще ваут все птички. Не, сюда, короче, только бомбарду надо закидывать. Как-то так. Потому что иначе это фейл. Блин, ну вот это, вот это сложный левел. Да ну, я еще и зафейлил. Вообще жесть. Тут мы, конечно, попотеем. Так, ладно, давайте я его рестартну. Еще раз. Так, поехали. Поглядим. Вот, сейчас, кстати, есть все возможности для страйка. Я, наверное, мы его сейчас сделаем. Да, так оно и есть. Вот сейчас у нас получше, я думаю, получится. Хотя... Блин, там вот этот вот мелкосвин, который сидит. Во, хотя бы так. Кого только, блин, камень. Вот зараза. Проблема в том, что надо как-то эту проносить каменную, а... Ну вот, мы пронесли, да? А что делать с вот тем вот? Ой-ё, ай-я. Бдышка. Так, ну хоть так. Ребят, ссылочка для доната в описании трансляции. То кого вопросы, можете там посмотреть. Там будут ответы на них. Блин, но это не страйк, ребят, в чем фейл. Вот они делают специально, дабы были вот такие вот отстраненные свинки, да, чтобы я не этот самый. Чтобы я не мог пройти. Так, ну ладно, давайте, наверное, попробуем... Как интересно, блин. А, не-не-не, подождите. Да ладно, что эта конструкция вот так вот и будет стоять? Блин, они сейчас не шутят вообще. Ну все, ну у нас кончились это, еще три комнаты, мы тут не пройдем. Да, вот этот левел сложный. Вот, как говорится, ехали-ехали и приехали. Даже несмотря на то, что мы вначале делали страйк. Блин, вот это лажа. Мне не нравится то, что вот так вот. Давайте факира этого раздавливать.
Мне не нравится то, что двух птиц я убиваю. Вначале тут... Хотя тут вообще трэш. Не, ну тут вообще логика простая. Тут, наверное, толстую надо приберечь, чтобы она потом выстрелилась. Вот, потому как все остальное это фейл. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не, ну блин. Дело не пойдет. Вообще так дело не пойдет. Да ну в конце концов, ну. Так, есть. Так, давай, давай по башке этому факиру. Господи, её отправ... А, подождите, стоп, эта штука может сейчас, кстати, упасть. Да, она упала. Здорово, слушайте. Не, ну вот тут вот сейчас нормально, в принципе, страйк. Довольно-таки неплохо. Блин, я вот не знаю, как вот быть с это. Ну а что толку, что оно там упало? Не, ну надо сейчас вот эту задувать срочно. Блин, она не задулась. Ну-ка. Да вообще трэш, я не понимаю. Вообще какой-то трэш происходит. Вот толстую возьми, ну. Господи. Блин, какой сложный уровень. Вот уровни, кстати, бывают либо легкие совсем, либо такие сложные, что там на третьей еще три комнаты, а у тебя уже все птицы кончились. Да. Что-то они перемудривают. Еще и этот, слушайте, а нормально то, что он золотослитку нам превратил. Мы две карты получили. Очень даже ничего. Так, ну давайте попробуем тут. Да ладно. Ну, цветок не, ничего не взялось. Так, ну не знаю, что-нибудь прорвется, не прорвется. Не, ну вот как, вот какого черта вот эта штука устояла? Да идите, ну блин. Не, ну это же вообще фейл. Там даже между ними пространство есть, и они висят. Не, ребят, это какой-то, ну я не знаю. Ну вот зачем они так делают? Ладно. Золотосвинка еще. Блин, вообще просто, что я сотворил сейчас? Хармажу полную. Так, ну насколько я помню, этот кидатель не останавливает толку. Все, ну и чё толку? Осталось еще три комнаты сложных.
Блин. Я не знаю, как проходить, как вообще предполагали, как проходить этот левел, но у меня реально остается еще две полных и одна недоделанная уже который раз. Это что-то какой-то трэш. Я просто не хочу даже брать заклинания, потому что даже с заклинаниями мы здесь проиграем. Ну, не, конечно, если я возьму полный стек, мы выиграем, но я не хочу брать полный стак. Говорится, не дофига ли чести к такому уровню. Так, ладно, начинаем со страйка. Мы выдали Заку. Эти уточки. И вот здесь вот... Не, ну, кстати, здесь надо, наверное, толпу заряжать и смотреть, что из этого выйдет. Блин, ну это вообще... Не, ребята, тут все так продумано, что... Хрен ты пройдешь хорошо. Вот эта фигня падает все время так. Вот видите, эти даже не долетают особо. То есть, да нет. Тут как-то надо по-другому пытаться. Там, ну-ка, дайте с видео возьму. Я в стиме там поудаляю друзей, проведу чистку. Поэтому... Возможно, тебя как раз и добавлю сегодня, но не факт. Блин, хотел не так. Да ну, почему мне не дали бомбарду? Ну, что это за трэш такой? Не, ребят, это слив. Это слив. Давайте еще разок. Ну, или те, у кого общие друзья. Так. Со мной. Так, ну тут хотя бы бомбардочка имеется. Так, все, easy strike. Едем дальше. Подарок. Блин, я вот даже не представляю. Ну давайте попробуем задуть верхнюю. Речка. Так, в принципе, с основной задачей-то справились. Ой, если бы не сейчас не было... А ну-ка. Вот если сейчас будет страйк, у нас реально хороший шанс. Но это не страйк, ребята. Ну вот тут, вот вы видите, что происходит. Хотя, подождите. Ну вот тут, вот как вот это вот стоит, а? Вот кто мне объяснит, вот это вообще как? Это по каким законам тупорылой Angry Birds-овской физики это устояло? Так, ладно. Тын. Ну, давай, что-нибудь, как-нибудь. Да... Ну, вот тут зачем они вот таких отстраненных делают? Ну, это понятно зачем. Чтобы я еще две птички... Да какие две, блин? Это вообще трешак. Да твою, да идите в очко вот просто с вот такими вот миссиями. Какое-то говно просто. Короче, тут надо нам этот самый. Нам надо тут вообще, чтобы все удачно сложилось. Блин, вот тоже, вот видите, да, вот этот говнюк там сидит. А у меня ни бомбарды, ничего нет, чтобы создать, как говорится, импульс, который бы туда подтащил, ну или обрушил конструкцию. Вот, вот теперь мне выдали бомбарду, ну нафиг она мне нужна. И то, да, это... Ой, ребята, это просто вот гейские эти донатские уровни мне сделали.
Вот до этого все простые. Вот тебе уровень, который все, ты не пройдешь. Если ты не будешь донатить. Ну, если ты не будешь тратить кристаллы, не обязательно донатить для этого. Просто они как бы говорят, чувак, ты не пройдешь, если не будешь тратить кристаллы. Блин, еще и так тупо врезался. Вот и все, как бы. И тут вообще типа не напрягайся. Никак, чувак. Без доната здесь не обойдется у тебя. Никак. Вот вы видите, да? Вот как я должен вот ту верхнюю доставать? А никак я ее не должен доставать. Вот еще и мимо цветочка. Ну, все понятно. Наконец-то. Ну, и как бы вы понимаете, да, что у меня. Это я два этапа прошло. Да тухлый XCOM продвигается, некогда в него играть, и снимаю редко его, поскольку не смотрят. Ну, в хз. А я снимаю часто все. У меня тоже не то чтобы много просмотров. Ну, нельзя сказать, что у меня много просмотров. Блин, вот этот трэш с этими факирами. Это просто какой-то... Просто какой-то трэш. Блин, просто фейловый выпуск у нас. Но вот опять осталось три этих. Да с видео даже нет смысла брать. А, и все, и жизнь уже я не могу взять. Я лимит исчерпал. Блин, ну уберите эти попы. Ну не сможешь, не сможешь, Александр, без проблем. Я ж тебя не заставляю. Это такое дело добровольное. Так, 345 левел, ребята, тоже донатский. Не, конечно, у меня кристаллов много. Я могу себе позволить его пройти. Но я, как обычно, сначала хочу без кристаллов попробовать, а потом этот... О, с видео можем сокровищницу взять, давайте. О, заклинание утки. Нормально пригодится. Ладненько, ребят, я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.